В этом году 11 класс закончили 338 школьников. Из них 20 выпускников – это золотые медалисты, а 14 ребят – обладатели серебряных медалей. Первыми глава муниципального образования Джамалдин Омаров поздравил тех, кто прославил Каспийск своими победами в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Тех, кто учился на отлично и заслужил высшую ступень награды. Аттестат о среднем полном общем образовании и золотой медалью вручается Аркалаевой Марьям Сиражутдиновне. Среди образовательных учреждений наибольшее количество золотых медалей у гимназии. Среди фаворитов и 8-й лицей. На протяжении многих лет наш город славится своими выпускниками. Каждый год из образовательных учреждений выпускаются золотые и серебряные медалисты. 2012-й не исключение. Это успех города, родителей, учащихся, муниципальных учебных заведений, учителей, которые довели ребят до такого знаменательного события. Обратился к медалистам, их родителям и учителям начальник управления образования Сулейман Нурмагомедов. За годы, проведенные в школе, вы приобрели знания, но еще более вы научились уважать старших, любить родину, дорожить дружбой. Перед вами открываются новые возможности, широкие, в смысле поступить в университеты, институты, колледжи. Мы вам желаем на этом пути успехов. От себя лично, а также от руководителей города, завершением учебы, получением аттестатов и началом нового жизненного этапа выпускников поздравил и глава города Джамалдин Омаров. Хочется, чтобы все наши дети были такими же активными, увлекающимися, целеустремленными. Всем большое спасибо. Детям за учебу, родителям за терпение, учителям за знания, за душу, которую они вложили в своих учеников, продолжает он. Я желаю, чтобы вы все стали хорошими инженерами, учителями, учеными, профессорами, докторами, медиками, что вот самое престижное звание, чтобы вы получили, образование медицинское. Стали мальчики, чтобы и военными, полковниками, генералами и так далее, и так далее. Чтобы Каспийск гордился вами. Почему? Потому что я уже сказал о том, что город Каспийск, мы всегда гордимся хорошими учителями, хорошим, то, что даем мне хорошее образование и так далее, и так далее. Поэтому я думаю о том, что вы нас не подведете, а мы будем гордиться вами. Будем мы работать здесь, не будем мы работать здесь, когда-то мы тоже, наверное, в отставку идем, но гордиться вами мы должны. После официальной части слов поздравления выпускники вместе со своими педагогами, родителями, а также первыми лицами города устроили фотосессию во дворе администрации. Анжела Рахимова, Шахбан Гасанов, новости Каспий ТВ.